лучами. Хорош. This is the Ukrainian response for Putin's call for ceasefire. Russian BMD-4 is destroyed. Хорош. 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 Сбираем лаки быстро. First confirmed destroyed Russian T-90S Bhishma tank meant for export to India. Instead of India, Russia sent the tank to Ukraine. О, я знайшов. Диви, вони готувались. 200. Да, у них одразу на пластинах пишуть 200. Як то кажуть, ствол вже не стоїть. Aerial reconnaissance of the 124th Brigade observes how one of the artillery brigades strikes at Russian troops. Don't use drugs, don't rape women, Prigozhin gives instructions to his men. The first group of Wagner members, ex-convicts, has finished their contract and now they will be free in Russia when they return from the front lines. Это уже не работа, это жизнь. Я считаю, мы считаем, конечно, вернемся. Я историю рассказывал, которую про парня, 52 года, тридцатка была отсижена, по-моему, погиб героически там. Парни как раз с ним этот опорный пункт под Угледарской ТЦ брали, да? Ему тыл закрыли, его некуда было уходить, он просто подорвался. Это один тренировал. Насколько я знаю, человек 4 с собой забрал. Призвание есть. Это генетика. Это то, что у тебя есть вот в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взор. Поэтому те, кто взор отводит, может быть, они прекрасные компьютерщики, или прекрасные художники, или прекрасные врачи, там, или еще кто-то. А это войны. Они воинами родились, они увидели о том, что они воины. И поэтому сегодня война, они должны во время войны свой дом защищать. Но крышились они, поэтому общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. А закон они нарушать не должны. Но если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем, причем часть из них сидели в лагере, у них по 2 дня срока оставалось, просто родину хотелось защищать. Поэтому надо понимать о том, что они абсолютно полноценные члены общества. Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, да? Не бедокурим. Милиция к вам должна относиться с уважением. Mobilized Russians from Yakutia complain they were sent straight to the front lines, without any supplies. They say nothing changed in Russian army since World War II. Буду була ремарпехтера, вигибля буду була ремарпехтера, я маннаву. Передовой говля пиздец на. Мобилизация, дёнун килля бепите, мы киллера дадлым. Ёбаный. Я вот. А мои нигер, бухет аллару, такой дубин. Цех команда вы не мэль тох тихо, армия нулах си бихля ты бит нахуй, пизду. Бас ты гадда, тух ты гадда нахуй. Я хас, бешкин. Манна передовой гаманна, бешкин. Бас фигим, я хайтар поехал, ты вам бля, аспусал.
Тин ас битте бур, пиздец, ачыктан эрэ. У калиеду хуок кэлбэ. Сумма катара маккоти яйнэдрэм гунду, гонон, иэлэ. Анды кэлбэтэх бутын кэдю, билэт. Ан мимиш уйди дэтэм дэгану, тоқтулы бибатах, билэт. Ағаду дэхрижин тагана. Бэлэ, армэ Техника хуйми. Карты жерге кантадыр билет, онтон тыгдыр, билет. Куй көрбөккүн, бәбеден да тыгдыктырын деп. Бардак нахуй. Ну пехот, пехот эбит, тамый ту. Эле. Сегардына бедледи бетин заяды. Бе урдуп жоннор бу передовойга. Көннөрү жоннор билет. Оқаханыры билет. Тоғонусуларга билет, хус балам барам бу билет. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.